Всем привет, Днепр на связи, 15.30, 15 апреля, у нас был спокойный день, правда вот погодка начала портиться, внезапно начался сигнал воздушной тревоги, и сразу же появились сообщения о том, что угроза Днепр, Запорожье и Павлоград, что в сторону Павлограда летит какая-то быстрая цель, писали, что возможно даже ракета «Кинжал», затем это не подтвердило, сказали просто «баллистическая ракета». Ну, вроде как ничего нигде не бахнуло, а сейчас написали, что вторая цель быстрая движется вновь к нашей области. Ну, первая приземлилась где-то на соприкосновении областей нашей и Донецкой области. Вот такие дела. Так что, видите, как вроде спокойный день, а потом только бац, и ничего спокойного нема, опять тревога. И опять же, официальные лица области и города просят людей при сигнале воздушной тревоги сразу же проследовать в безопасное место. Правда, они пишут, что такое в их понимании это безопасное место. Так что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Спасибо за внимание, будьте бдительны и до нового выхода на связь.